Сегодня вечером в столице Беларуси пройдет праздничный концерт «Песни года» 2023. Все билеты на Минск-арену, вмещающую 11 тысяч зрителей, распроданы. Вести мероприятие приглашены Лера Кудрявцева и ее бессменный партнер Сергей Лазарев. К сожалению, блондинка не выйдет зрителям Минска. Ее срочно госпитализировали, так как она почувствовала себя плохо. Сначала об этом сообщила подруга Леры Катя Гордон. Написала Екатерина и добавила, что Кудрявцева не сможет вести мероприятие. Позже уже сама Кудрявцева вышла на связь с обращением из больничной палаты. «Минск, простите!» Она подтвердила, что врачи диагностировали у нее пневмонию. При этом концерт не отменяется. Заболевшие Кудрявцевой срочно ищут замену. Ранее о болезни сообщила еще одна звездная участница мероприятия Лариса Долина на своем юбилейном концерте в Московском доме музыки. Он состоялся только благодаря тому, что за кулисами певицу ждали врачи, готовые оказаться.